Девчонок прокачивать конкретно надо. Да-да-да-да-да, прокачаем, ничего страшного. Все нормально. 90, смотри. Ага. Давай вот эту ставим. 75. Прокачали. Отлично. Вот это у нас будет урон. Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-плей. Ду-да-плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру в Castle. Что ж, отправляемся сразу же в бой и будем улучшать наш замок. Да, чтобы больше было у нас здоровья. А также будем, конечно же, прокачивать наших лучников. Лучники наши сильны, но недостаточно. Так, какие-то карпуши появились, алло. Так, это нехорошо. Так, давайте побольше стрел. Так, ух ты. Что-то 12% золота мы получили. Нифига себе, это просто так. Так, давайте, побольше всего. Так, лучница, давайте. Подождем немножечко. Что-то здесь они... Что-то они слабенькие достаточно. Все, всех постреляли, мы победили. Ага, тут больше мы ничего такого улучшать. А, смотри, давай дамаж улучшим, давай. Вот, 30%. Нормально, 30%. А, давай замок улучшим. Ох ты, у нас, смотри, крыша появилась. Еще что-то мы добавили. Хорошо. Прям у нас 2250. Вот такой вот уже замок, уже красивенький наш замок. Неплохой. Так, давай нашего монстра. Побольше стрел. Давай выпустим наших ребят. О, каркуши летят, смотри. Офигеть. А как же мы каркуш-то убивать будем? У нас только лучники могут стрелять в этих птичек. Монстрики у нас наземные. Вот, они на земле как бы воюют. Солдатиков сейчас выпустим. Нам надо вот эту вот халабуду еще улучшать. Да. Так, ух ты. Денежку заработали. Спасибо. Спасибо. Что у нас тут еще интересного? Так, давай посмотрим быстренько. Улучшать. Что мы можем улучшить? Давай замок улучшим еще разок. Что мы там улучшили, я не увидел. И давай... А все, в принципе, да? Вот эту канитель можно улучшить, да? Что у нас здесь? А тут больше, в принципе, ничего интересного и нет. Давай улучшать. Выпуск юнитов наших. Вот. Level. Так, and feel fight for 15 секунд. А, они типа на время еще даются, эти вот солдатики, да? Вот эти солдатики, они выходят, они как бы что, вечные, что ли? Типа они... Да, прикинь, у них 15 секунд. 15 секунд они могут воевать. Ладно, туда нормально, мы сейчас улучшим больше по времени. Чтобы солдатиков было больше. Конечно. Неплохо. Неплохо, я бы так сказал бы. Да, смотри, птичек же раньше не было. Не было. Вот видишь тоже, почему у них уменьшается. Потому что у них не только это здоровье, у них еще и по времени, когда они рассчитаны. Понял? А это самая сила. Сила у них тоже как-то зависит. Сила. Сейчас, подожди, где они? Вот. Так, а здесь, в принципе, у нас... Это что такое у нас? Hair, low HP. А, типа слабое здоровье. Ну, давай тут попробуем. Так, и улучшим. Улучшим. Раз, два, три. О, 16 секунд они у нас будут держаться. Ну, давай проверим. Правда 16 секунд или нет? Так, один вышел, воин, второй. Так, и он умер, да. Средний где-то, ну хотя воинов тут уже трое, четверо. Блин, ну все равно мало, конечно же. Так, лучница, давайте, стреляйте. Давайте выпустим нашего большого монстра. Так, у нас тут 3000 мы денежку заработали. Ну, не слабо, неплохо, неожиданно. И давайте воинов. Воинов мы отправим, как бы, давай сейчас воинов отправим. Хорошо, у нас они воины, в принципе, защищенные. А давай мы прокачаем воинов. Почему бы и нет? Почему мы не прокачиваем воинов с вами, ребята? Где? Вот они у нас. Вот, за место вот этого воина еще можно многих кого поставить. Смотри, вертушка не работает. Хорошо, а вот эта вот девчонка. 7500 стоит. Давай ее поставим. Проверим. Прокачаем. О! Тут у нас что еще есть интересного? Они у них, в принципе, у всех сила-то одинаковая. Ладно. Проверим. Поехали, короче. Поехали. А, вон они. Это летающие, короче, девчонки. Летают, смотри. Типа летают же, да? Ну, вроде летают. Интересно.
Ой, тут надо вот этих всех прокачивать. Смотри, видишь как? У нас только денег не хватит. Да, летающие, вот видишь, они вот с этими воюют. О, отсеяли половинку. Ну, тоже весьма неплохо, слушай. Да, давай вот этого стрелка. Он тоже не сильно эффективный, только что он стреляет. Ну, ладно, не подумаем, может быть, уберем. Ох ты, ё-моё, босс прибежал, смотри. Так, а ну, подожди. Давай мы тебя немножечко. Так, у меня тоже вот девчонки летающие. Сейчас мы тебя убьем, убили, все хорошо. Да, будем улучшать лучников, ребята. Вот так, потихонечку, понемножечку, потому что вообще по-другому, ну, никак. Так, рука, сколько рука у тебя стоит? 13 тысяч, да? Ага, 13 тысяч. Тебя тоже надо бы прокачать. А можно сюда же что-то купить. Почему же я это... Я забыл, что у меня есть еще открытая эта штучка. Так, ну дофига денег надо. Ладненько, мы сейчас заработаем. Я забыл, что у меня здесь открыто одно место. Почему я туда ничего не поставил? До сих пор. Ладненько. Сейчас мы это дело исправим. Неплохо причем. Давайте вот этих вот ребятушек сразу выпустим. Пускай работают. О, птички, птички, птички. Ух ты, молодцы. Молодцы они, кстати. Надо их прокачать, слушай. Они мне, в принципе, нравятся. Летающие феи такие, да? С мечами. Неплохо. О, так, давай сюда. Сюда, вот сюда. Убили. Убили всех. Так, 29 тысяч у нас. Ага, мы прокачиваем еще вот эту штуку с тобой. Ну вот как хорошо. А сколько тут у нас? 29 тысяч, да? Мы ничего такого не можем. Ладно, бар еще есть, смотри, а что бар дает? А, дамаж, уровень урона минус 25%, интересно. А вот это что такое у нас? Кулдаун, 15%, кулдаун, тауэр. Дамаж увеличивает 20%, нифига себе. Неплохо. А, бонус, золото на 10%, ага. А герой, дамаж 30%. Так, это хорошо. А вот это вот, значит... ой, вот этот я куплю, слушай. Дамаж на 30% увеличен. Этих лучников. А вот это что такое? А, ХП просто 10%. Это мне не надо. Я буду вот это покупать. 75. 75, у меня 33. Что ж, отправляемся быстренько в бой. Мы улучшим урон лучников. Представляешь? Наши лучники и так сильны. А мы еще улучшим. Чтобы они еще сильнее были. Это прям неплохо, неплохо. Так, все, давайте работайте, ребятушки, давайте сражайтесь. Да, когда мы увеличим, ну нифига себе, на 30%, алло. На 30% вообще неплохо. Очень даже неплохо. Если мы улучшим, представляешь? И что будет, если мы улучшим? Мы можем даже и замок какой-нибудь завоевать, кстати, попробовать. Сейчас мы посмотрим, сколько 60 тысяч. Ах, чуть-чуть не хватило. Ладно, давай дальше. Давай еще раз. Еще раз поиграем и будем улучшать. Да, ну смотри, я тут заметил, что сложнее стало. Сложнее стало немножечко. Больше этих воинов стало поступать. Воинов раньше не так много и было, как сейчас. Сейчас прям их прям куча. Куча вот этих всех воинов. Так, 3000. Нормально. Так. Да. Надо их прокачивать, слушай, вот этих девчонок. Девчонок прокачивать конкретно надо. Да-да-да-да-да. Прокачаем, ничего страшного. Все нормально. 90, смотри. Ага. Давай вот эту ставим. 75. Прокачали. Отлично. Вот это у нас будет урон. Сейчас проверим. Сейчас проверим, как будут стрелять наши лучники. О, смотри, реально, смотри, они стали убивать лучше. Нифига себе, конкретно, смотри. Нормально таки. Прям неплохо, хорошо. Это мне нравится. Это мне очень даже нравится. Давайте побольше всяких этих чуваков сюда отправим. Лучниц, давайте вот здесь постреляем немножечко в этих чуваков. О, хорошо, хорошо. Смотри, девчули прям на дольше хватает. Надо будет их еще прокачать. Конкретно. Прям мне нравится, ребята. Давайте сразу до девчуль прокачаем. Где они вот? Ангелы. А, это ангелы. А это Зевс. Слушай, а Зевс может быть тоже какой-нибудь крутой, слушай, будет. Что у нас здесь Зевс дает?
Дамаешь every 4,5. Так, 75, 74 у него удар. А это удар 18, да? Ну, давай Зевса. Зевса, конечно, купим. Прокачали немножечко. Во! У него удар 101, а у этих было удар 19. Ну, только что они умеют летать. А летать это, блин, классная штука, что они летать-то умеют. Подожди. Зевс, он постоянно делает урон. Понял? Молнией. Ух ты! Надо прокачивать Зевса, короче, конкретно. Да. Зевс, тема. Слушай. А девчульку можно поставить вместо вот этого волшебника. Ну, хотя волшебник тоже, блин, нужен. Либо вот этого убрать. Да, девчули все равно нужны нам. Слушай, мы вот этого, который золото нам приносит. Ладно, немножко меньше золота будет приносить. Пусть будет приходить, но мы... У нас будет атака мощнее. Ой-ой-ой-ой-ой, бежит босс. Ага, босс фигачит, смотри как. Ну, мы его тоже, смотри, нормально отрабатываем. Все, босс повержен, в принципе, такой. Босс был, не супер прямый босс. Но мы его зафигачили. Да вот этого чувака, сколько он нам еще приносит? 17% бонус денег, офигеть. Он, блин, тоже нужен, слушай. Давай вот этого. Он стреляет, как бы вместо вот этого девчонок поставим. А где девчонки у нас, ангелы? Сейчас посмотрим. Ага, где они? Что-то я не вижу, где ангелов-то этих. А, смотри, вот эти тоже, смотри, летающие, да? Ага. Девчонки. Ага, ну они против скелетов каких-то там, ну, скелетов что-то я не видел. Ну, давай ангелов поставим, они-то у меня более-менее прокачанные, мы их еще немножко качнем. О! Нормально, мы их прокачали, и все, пускай они там стоят. Давай, вот сюда, да, давай. Где... А почему я не поставил? Подожди. Где у нас ангелы? Ангелы. Ой, как же, где, а вот они. Так, все. Так, это на улучшение, понятно. Ага. Так, ангелы. А, вот, использовать. Хорошо. Поехали, еще раз попробуем. Вот, смотри, ангелы. Так, Зевс у нас отрабатывает. Хорошо. Так, вот этот чувачок. Так, куда ангелы-то делись? Алло. Что, у вас там сил не хватает у ангелов? Да, надо еще ангелов этих прокачивать конкретно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нужны ангелы. Слушай, алло, где ангелы? Ладненько. Ничего страшного. Подождем. Вот ангелы пошли, полетели. Полетели, и нормально они работают. Хорошо. Победа. 33 тысячи. Так, а что мы... Так, эту штуку мы не прокачаем уже, да? Ну ладно. Вот эти чуваки работают, золото приносят. Купить мы не можем. Нам нужно еще убить какого-то там босса. Ладно. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию тогда. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.